Уникальная возможность для самарских школьников и спортсменов не только посмотреть на экране, но и пообщаться вживую. Олимпийский чемпион Александр Карелин презентовал фильм, героем которого он стал, и ответил на вопросы юных кинокритиков. Не просто фильм, а реальные истории трех легендарных российских спортсменов. В рамках 21-го фестиваля «Кино детям» лента «Чемпионы» снова на экране. Героями этой картины стали гимнастка Светлана Хоркина, пловец Александр Попов и борец Александр Карелин. Сегодня он отвечает на вопросы школьников. Мне тоже, как спортсмену, хотелось бы узнать, приходилось ли вам драться когда-нибудь вне соревнований? Желание возникает, нет? Самой драться где-нибудь? Не особое. Александр Карелин – олимпийский чемпион, герой России. В Самару прибыл специально не только презентовать фильм. Еще вчера он провел мастер-класс спортсменам. На встречу пришло почти 500 человек. И ветераны приехали, и юные борцы, и, в общем-то, действующие взрослые. Поэтому традиционно хорошо. Одна деталь – не хватает результата. Результата абсолютного, я имею в виду, ну, чемпионских званий. Потому что пока что доминируют ребята, которые выступают в категории суда. Сохраняя честную конкуренцию, одно из основных правил – создали в этих рамках деятельную федерацию. Спорту в регионе сегодня уделяется особое внимание. Строятся новые комплексы и дворцы, универсальные площадки. Интерес у жителей к здоровому образу жизни вырос. Спортом занимается почти треть населения области. Есть живой пример тому, который приехал, поделился своим опытом. Мы часто это видим в фильмах, со страниц журналов, газет, радио. А чтобы вживую, глаза в глаза, потрогать легенду мировую и задать ему свои вопросы, и получить на них ответы, вот это дорогого стоит. Кинопоказы проходят при поддержке рекоделения «Единой России». Фестиваль «Кино детям» продлится до 16 апреля. Детское жюри выберет лучшие картины. При этом каждый юный зритель может сам стать автором сценария, продюсером, режиссером или актером своего собственного фильма. Виталий Портнов, Игорь Лунев, «Новости губернии».